Согласно расписанию проведения досрочного периода сдачи ЕГЭ, 22 марта состоялся экзамен по русскому языку. Это один из самых массовых экзаменов досрочного периода. Экзамен прошел в штатном режиме. Работал один пункт проведения экзамена, расположенный на базе Чебоксарской школы номер 56. Экзамен проходил по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов. Результаты экзамена по русскому языку участники смогут узнать не позднее 4 апреля 2019 года, а 25 марта 2019 года пройдут ЕГЭ по истории и химии.